Надежда Савченко, задержанная военнослужащая, называющая себя военным офицером, подтверждает, что убивала людей. Нам убивать людей? Да. А противниками считает народ Донецка и Луганска, за что и будет отбывать наказание в России. И никакие письма ее своему президенту, ее наглое и пацанское поведение не отменят решение суда России. Наводчиком при этом убийстве была госпожа Савченко. И можно сделать вывод, что сидеть ей в России и сидеть ей долго. И также будет с каждым, кто воюет против мирных жителей на территории приграничной с Донецком и Луганском. И если все думают, что они воюют безнаказанно, то это не так. Все в розыске, и рано или поздно все понесут наказание.